Пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, выявление фактов незаконного пересечения границы, их организаторов и неоднократного нарушения правил использования иностранной силы. Вся эта работа проводилась на территории области с 15 по 19 февраля в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант». Только по итогам первого дня к административной ответственности было привлечено 45 человек. По итогам первого дня республиканского УПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности всего 45, в той части 26 иностранцев и 19 граждан Республики Казахстан. Выдворено за пределы Республики Казахстан 3 иностранцев. Выявлен факт умышленного незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан гражданином Российской Федерации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 392 части 1 УК РК.